На территории России проживают представители почти 160 народностей. Не меньшим разнообразием культур в своем масштабе может похвастаться и Омский регион. И в преддверии Дня народного единства у омских студентов появилась уникальная возможность познакомиться с традициями разных народов в рамках интерактивной программы «Калейдоскоп культур». Мы решили сделать интерактивную программу для студентов, чтобы студенты могли воочию познакомиться с национальными центрами, узнать об их жизни, о их работе, об их деятельности, можно сказать, потрогать и пощупать своими руками, померить костюмы, услышать музыку, услышать песни, увидеть танцы своими глазами. Представители армянского культурного центра «Луис» встречали гостей национальными угощениями. Самые любознательные гости смогли попробовать свои силы в написании корейского алфавита в рамках экспозиции регионального отделения Общероссийского объединения корейцев. Мало кто обходил стороной коллекцию ярких традиционных славянских куколок, причем каждая из них имеет разное назначение и требует особого обращения. Куколка-желанница исполняет желание. И эта куколка – это не просто куколка, а вот с ней нужно определенный ритуал этой куколки. Завязываешь ленточку, бусинку, да, решили еще что-то. Подносишь ее к зеркалу и говоришь, посмотри, какая ты красивая. Задабриваешь духов. И потом, когда она ей показали, что она такая красивая, и потом загадываешь ей желание. Эта куколка исполняет желание. Как только желание исполнилось, нужно поблагодарить куколку, и можно загадать следующее. Это травница. Это каждый год собирали травы с поля, душицу, чебрец, богородскую травку, набивали ее и ставили ее у изголовья. Она отгоняет злых духов. Никого не оставили равнодушными и зажигательные танцы в исполнении совсем юных представителей разных национальностей. Завораживающие армянские, игривые индийские и темпераментные кавказские. И все это на одной площадке. Участникам национально-культурных центров Омска удалось в полной мере передать колорит и характер каждого народа. Воспитание вот такое духовное, патриотическое определенного рода, да, осознание своей культуры обязательно для студентов. Ребят ходят довольные, интересная выставка здесь, множество картин, костюмов, очень ярко, красиво, красочно. Незабываемым же завершением вечера стала этнодискотека, где участники фольклорного ансамбля «Сретение» учили молодежь русским народным песням и традициям.